Мы придумали симуляцию. Супер-супер-супер реально тактильную симуляцию. То есть ты погружаешься в полностью, и все, к чему ты прикасаешься, обретает свою форму. Прикасаешься руками, глазами, ты сам выстраиваешь свой мир. Ты сам рисуешь горы, поля, которые тебя окружают. Ты рисуешь людей, дотрагиваясь до них, они обретают теплоту. Теплоту и то, что ты хочешь, то, что тебе нужно, есть в этих людях. Ты сам придумываешь их, ты сам придумываешь все. Но ты не помнишь, что ты это придумываешь. Ты просто не помнишь, ты не знаешь, ты просто придумываешь. Да, есть задержка, ты, короче, не можешь выследить эту взаимосвязь, потому что есть задержка, и она, короче, может быть больше, меньше, потому что времени не существует. Все только в твоей голове, и твою задержку ты сам себе также прописываешь. И ты такой творишь то, что ты хочешь, делаешь, как ты хочешь, живешь тем, чем ты хочешь. Все происходит по-твоему. Ты можешь выбрать, до кого касаться, а кого нет. Ты можешь даже температуру тела под себя подобрать. Все. Все это, короче, симуляция. Ты можешь все. Вот. Прикольно было бы поиграться.